20 самых прикольных, но абсолютно бесполезных товаров на AliExpress. Дозатор для конфет. Брось монетку, получи конфетку. Отличный подарок ребенку, сладкоежке. Как вам такие безумные очки для тусовки? Выражение «глаза вылетит из орбит» будет сказано в прямом смысле. Вы смело можете использовать их везде, где вам станет скучно. Ремешок «Ангельские крылья» для вашего котенка. Милые модные японские кошачьи ушки, читающие мысли и реагирующие на ваше настроение. Они улавливают вашу мозговую активность. Они насторожены, когда вы сосредоточены, опущены при расслаблении и слегка повернуты, когда вы испытываете сильные эмоции. По сути, работают по такому же принципу, как и уши у живого кота. Настоящая живая роза, которая живет 2 года. Крутой подарок по любому поводу. Любая девушка просто растает. Плед в виде знаменитого котика, показывающий всем факи. С ним еще есть и коврик в прихожую, который у меня какие-то гады украли. Обувной чехол. Несомненно, упоротая, но полезная вещь. Это очень большая кровать в виде огромного желтого покемона Пикачу. Внутри есть встроенный большой карман, как у кенгуру, в который можно залезть и уснуть. Ее можно использовать по-разному. Если сложить вдвое, то она превращается в шикарное кресло или диван. Голова – это, по сути, огромная подушка. В принципе, можно использовать и как матрас, постелив сверху на кровать. Какая киска. Самый последний писк моды – женское 3D-белье с принтами разных зверушек. Особенно популярны трусики с котейками. Представьте, поднимаете вы юбку, а там сидит кот, точнее, торчит его голова. Это настоящий шок для парней, но и хороший повод для фотосессии. Таких фоток в Инстаграме еще не бывало. У тебя есть шанс это изменить. Футболка для моих хейтеров. Носите на здоровье. Всем бы раздал. Замок для ноутбука. Теперь не придется волноваться, что вашу историю браузера кто-то прочитает. Гирлянды в виде привидений. Необычная штука. Солнцезащитные очки, скрывающие глаза. Станьте центром всеобщего внимания. Если ты решил напиться, но не хочешь, чтобы тебя кто-то видел в таком состоянии, то это лучшее решение. В общем, отличные шторы, которые защищают пол Хари от солнца. Самый упоротый товар, который я когда-либо видел. Этот бананчик своим маленьким бананчиком способен закрыть бутылку вина. Оригинально, конечно. Чехол для телефона. Картинку вы сможете собрать своими собственными руками. Теперь вы хоть как-то сможете скоротать время на уроках. Наконец-то появился инструмент для увеличения губ. Здесь нет никакого подвоха. Эта штука реально работает. Вы сможете себе сделать отличный вид губ без инъекций или химических веществ. Прокачать свои губы теперь проще простого. Работает по принципу засоса. Он присасывается к вашим губам сам, ну а через пару минут ваши губы будут как после губозакаточной машинки. Это настоящие чудеса. Эта занавеска выполнена в виде главной странички одной из социальных сетей, что помогает чувствовать себя во время принятия водных процедур так же комфортно, как и в интернете. Она имеет прозрачное окошко, которое в реальной социальной сети было бы заполнено вашей аватаркой. Она подойдет для любой ванны. Также на ней изображены шуточные надписи, говорящие о вашем статусе в данный момент. Прокладки для подмышек избавят вас от мокрых пятен на одежде. С такими вкладышами вы смело сможете поднимать руки и не стесняться, что там у вас мокро и неприятно пахнет. Они тонкие и незаметные, легкие и мягкие, позволяют чувствовать только комфорт и нежность. Флешка с двумя выходами – USB и мини-USB. Эти очки станут вашим модным аксессуаром на любой вечеринке или дискотеке. Вы не останетесь незамеченным и всегда будете в центре внимания. Они могут светиться как постоянно, так и в такт музыке. Они сделают ваш ночной мир ярче и выделят из толпы. А теперь самое интересное. Хочешь бесплатно получить любую вещь из этого списка? Тогда принимай участие в конкурсе. Для участия вам необходимо написать любой, но адекватный комментарий, поставить лайк и, конечно же, быть подписанным на мой канал. Как только это видео соберет 5000 лайков, я немедленно выберу победителя, который выполнил все условия. Итоги конкурса я опубликую в своей группе ВКонтакте. Ссылку я оставил в описании. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!